повышенные требования к нам, да, любителям больших крупных собак с мощной челюстью. Ага, вот и третья наша челюсть. Здравствуйте, давайте, раз никаких атак сразу не было, никаких рычаний, даже лаев не было, Багира молодец, пошли красиво. Рейф неплохо, в конце потери контроля, Багира пока расслабилась. Плохо, Рейф, очень близко вы, он может лучше, отойдите от собаки. Лежать, пожалуйста. Ай, никто не угадал, никто не угадал. У нас сегодня мужской урок, вы смотрите, какая красота, мужчины рулят черными собаками. Бросили поводок. Хорошо. Приятно, черт возьми, когда можно собаке доверять, да? У каждой собаки есть своя комфортная поза ожидания. Рекомендую прислушиваться, видеть ее и знать. Все смотрят на меня с надеждой, но я не преклонна. Протискивайся уже. Я очень-очень большая, и поэтому вряд ли пройду. А, похудела. Но вы там мне напишите, какая у меня диета-то была. Мне же важно. Попросите супругу подшить немножечко, да. Вперед, змейка, вперед, молодец, змейку пропустила. Где я пропустила? Всего-то одну. Думающая собака не попадается в алгоритм предыдущей команды. Если собака будет оттянуть, отдайте. Биться за наши мышцы не надо. Держите просто. Да, да, да. Очень часто в руках людей бывают провокационные вещи. Нет, нет. Когда это будет в жизни, это будет конфликт, скандал, проблемы с законом. Здравствуйте. Если вы можете позволить себе только 5 сантиметров, то чихуахуа поцарапает вам пальчик, ну и все. А эта собака вас загрызет, ну я согласна. Здесь повышенные требования к нам, да. Любителям больших крупных собак с мощной челюстью. Ага, вот и третья наша челюсть. Здравствуйте, на третью тумбу, пожалуйста. Все, начинаем работать. Контроль внимания. Рейф. Да. Эми, еще разок, пожалуйста. Эми, да, хорошо. Багира, еще разочек, у вас кусочек упал под ноги. Рука прям здесь не нужна совсем. Если нужно, чтобы вы достали заранее, то лучше за спину. Не заходите, пожалуйста, на площадку, когда начался урок. Это может быть опасно, это непредсказуемо, я вас прошу. Если вам что-то нужно, вы идите туда, все сделайте, ради бога, и обратно возвращайтесь. Хорошо. Так, спускаемся вниз, лапы на тумбу. Сторона любой тумбы, лапы, пожалуйста. Будем адаптироваться к новому составу. Тише, тише. Старайтесь, команд меньше, голос потише. Управляем красиво. Зачем нам, да, крики? У нас собачки послушные, все адекватные. Пожалуйста, вниз и посадка на тумбу. Ну, давайте, раз никаких атак сразу не было, никаких рычаний, даже лаев не было, Багира молодец. Обход справа всей группой, обход справа конуса, прошу. Ваша правая рука, пошли красиво. Рейф неплохо, в конце потери контроля. Багира пока расслабилась. Да, Эми. Помнишь эту черную собаку, да? Угу. Она любит подбегать. Хорошо. Обход слева, пожалуйста, конуса. Возврат на тумбу, давайте. Хорошо с Багирой подстраиваете ее. Тихонечко, подергивание. Да, она настроится, она маленькая еще. Ей сложнее всего. Посадка на тумбу. Тумбу держать кому нужно. Да, потому что тумба сейчас ерзает. Все-таки зима. Эми плохо. Очень отвлекается на овчарку. Ее можно понять, конечно, но надо потребовательней. Да. Очень круто, что не ведете поводком. Очень хорошо. Сейчас она настроится, но какое-то, да, ей нужно... время на сосредоточенность. Хорошо. Делаем обход конуса с прерванной командой. Прерванная команда обхода конуса с любой стороны. На дальней точке стоп и сидеть. Прошу. Сначала обход, потом стоп, потом сидеть или ваша аналогичная команда. Плохо, Рейф, очень близко вы. Он может лучше, отойдите от собаки. Да. Хорошо, Эми, круто, дистанция хорошая. Багира, круто, дистанция. Хорошо. Стоять, стоять.
Сидеть. Багира команду перепутала. Внимательно, пожалуйста. Рейв никуда не годится переделать. Что это такое? Такие хорошие показатели на лыжах, и тут у вас дистанция упала. Что это у вас за две недели случилось? Лежать, пожалуйста. Ай, никто не угадал. Никто не угадал, какая я непредсказуемая. Смотрите, как здорово. Багира, хорошо. Говорит, я так и хотела с самого начала, и что ты только меня поднимал. Да. Ходит и теплая, Эми. Хорошо. Стоять, пожалуйста. Рейфа двигайте обратно. Двигайте его обратно. Да. Не собой я имела в виду, а командой, конечно, назад. Команду назад подтянуть. Слабенько очень вам своим корпусом приходится двигать. Баги неплохо, но направление немножечко опасное. Не туда смотрит немножко. Хорошо. Позови к себе на тумбу похвалить. Хорошо. Да. Еще разочек. Полуобход. Смена направления, независимо от того, куда вы шли. Стоп. И давайте сразу лежать, пожалуй. Лежать. Прям обход, стоп, лежать. Прошу. О, как тихо вы. У нас сегодня мужской урок. Вы смотрите, какая красота. Мужчины рулят. Черными собаками. Так, ну вообще-то у Багиры самая хорошая дистанция. Очень хорошо. А ваши подползли. Позы к себе на тумбу. Хорошо. Так, ну давайте подзыв, проверочка такая небольшая. Пройдем мимо собачек. Давайте, Рейвен, к первому конусу, вам к последнему, пожалуйста, позыв к себе. И смещаем Эми, смещаем Багиру, обменяемся запахами. Очень хорошо управляете, не даете в контакт с собакам входить. Смещаем Эми, пожалуйста. Да, посадили, бросили поводочек. Да, Рейву уже можно доверять. Подзыв. Ах, как весело получилось, боже мой. Отлично, Рейв. Эми, пожалуйста. То же самое. Эми можно доверять. Посадили, бросили поводок. Хорошо. Приятно, черт возьми, когда можно собаке доверять, да? Позыв. Да, хорошо. Но это посерьезнее какая-то, надутая она сегодня. Багира, пожалуйста. Рейв повеселее бежал. Она еще не поняла, что происходит. Все так, а она почему-то в упаковке. Хорошо, да. Подросла Багира-то. Хорошо, позыв. Да, хорошо. Слушайте, ну это самый веселый позыв, да. Пожалуй, это хорошо. Хорошо, на тумбу, пожалуйста. Угу. Полуобход конуса на дальней точке, любая команда, чтобы собака осталась просто на дальней точке. Прошу вас, полуобход. Еще раз прерванная команда, стоп. Стоять, лежать, сидеть, как вам удобно. Выберите комфортную команду для собаки ожидания на ваше усмотрение сейчас. У нас все очень демократично. В начале урока особенно тише, тише. Эми, сидеть, да? Ну, давайте сидеть. У каждой собаки есть своя комфортная поза ожидания. Рекомендую прислушиваться, видеть ее и знать. Хорошо, а теперь вот просьба. Обойдите собачку, поводочки бросить. Обойдите собачку, вернитесь к началу, куда вы. В любую сторону просто обойдите. Спровоцируем. Давайте посмотрим. Рейф отлично, не дрогнул. Эми отлично. А у Багиры там места нет, да? Ну, чуть-чуть. Ох, да, хозяин гибкий. Угу. Хорошо, подзыв на тумбу. Идеально, безупречно. Вся пятерка, отлично. Очень хорошо, прям приятно. Прошу, Рейв, слалом по конусам, мимо собачек, в сторону. Ага, тише, тише, только не используйте поводок. Считайте, что его нет в данном случае. Нужен жест. Мистер Грация у нас сегодня. Да, хорошо. Благодарю вас, спасибо, что поправили. Так, Эми. Прекрасно, Эми без подсказок сделала, хоть и с сопровождением, но без жеста даже. Хорошо, Багира, пожалуйста.
Фу. Это фу. Не надо. Фу. Да, запретительная команда, которая блокирует то действие, которое собака в данный момент делает. Ага. Ну, пока не очень. Так, пожалуйста, с рейвом у первого конуса еще идем раз с лалом. Да. Попрошу вас отстегнуть поводочек. Перемещаем ими на первую тумбу, пожалуйста. Отстегнуть поводочек. Отойти, ну, наполовину, например, да, много не надо. Идем с лалом на себя, только разверните себя-то, да-да-да, чтобы вам видно-то было. Обойди. Да. Обойди, обойди, ох, рейф. Ага, так. Обойди, рейф, обойди, 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 обойди. Слушайте, ну уже лучше. Идите в спортивный магазин, купите самые маленькие конусы. Поставьте 7 штучек. Эмми, есть, да? Тогда очень слабенько пристегнуть выполнение, если у вас они есть. Пришли на площадку, поставили конус. Ага. Эмми, отстегнуть. Все смотрят на меня с надеждой, но я непреклонна, да? Угу. Ну давайте попробуем. Мне кажется, все шансы. Она очень хорошо. Так, прямо от меня благодарность. Мало того, что она прошла на себя, но она не среагировала на стартующую собаку. Видели, да? Багира нас немного подставила в начале. Она не хотела, конечно, она не со зла, но Эмми все воспринимает очень серьезно. Багира идет на поводке, хозяин показывает маршрут. Вы пока еще не готовы. Угу. Давай, протискивайся, подруга, протискивайся уже. Говорит, я очень-очень большая, и поэтому вряд ли пройду. Да почему же все время этот конус? Угу. Да, вот, ай, браво, слушайте, ну лучше, чем в первый раз, однозначно. Давайте с черным терьером еще разочек. Сдвигаем, сдвигаем, да, всех. Хорошо, отстегнуть поводок. У нас все по-взрослому. Собачки уже молодые, уже готовы. Можно не до конца, но чтобы он меньше ходил лишнего. Прошу, подъем. Обойди. Да. Обойди. Вот он какой бодрый. Обойди. Слушайте, ну это прям даже в зачете отсутствует. Обойди. Такой обход конуса внутри. Надо поставить, кстати, хорошее упражнение. Обойди. Идите, идите на тумбу, пока вам еще тренироваться. Эмми, ну покажите класс. Садись. Ждать. Говорит, я очень-очень сообразительная. Змейка, давай вперед. Змейка. Молодец. Змейка. Пропустил. Змейка. Молодец. Идеально безупречно. Да, я бы сказала, тут немножечко она уронила и перепутала, но ее желание эту змейку сделать, оно было сногсшибательное. Очень хорошо. Молодцы. Так, спускаемся вниз, лапы на тумбу. Лапы на тумбу. Не будем. Сейчас поменяем. Багира начнет с другой задачи. Точнее, задача будет также. Очень хорошо. Умнички. Пасадка на тумбу. Так, тоже слалом, но теперь уже более, так сказать, серьезный, настоящий. Слалом с Багирой, вот и начнем. Прошу, слалом вы идете, сопровождаете, собака идет змейкой. Прошу. Тише, тише. Ага, хозяин-то оказался быстрее. Не спеша. Ага. Не спеша, наденьте и уже потом, да, придете. Рейф, работаем на платке. Отскочил, вы нажали на карабин случайно, да? А, похудела. Ну, вы там мне напишите, какая у нее диета-то была, мне же важно. Похудела. Так, хорошо, вели нормально. Эми тоже ведем. Познакомимся с нарядом. В смысле, она вылетела из ошейника, да? Ну, подтяните. Подтяните или попросите супругу подшить немножечко, да. Если она вылетела один раз, ай, хорошо, Эми, то она вылетит обязательно еще. Да, Эми, отлично. Угу, Багира, работаем.
слалом, змейка, подскажите, что она не просто скачет туда-сюда. Ох, какой у нее ум-то пытливый. Все ей надо рассмотреть. Пока потеря, да, пока ничего не поняла. Ладно, Рейв, пожалуйста, пробуем еще разочек. Поводочек отстегнуть, вы на ваше усмотрение, куда хотите, займите положение. Хотите впереди, хотите сбоку. Стоять, обойди, обойди, Рейв, Рейв, обойди, обойди. Очень гибкий у вас пес. Хорошая очень физика, крепкая спина, гибкая. Очень хорошо. Хорошо. Прошу вас, Эмми. Нет, без поводка. У вас самые высокие требования. У вас самая сильная подготовка у собаки. Эмми. Змейка, вперед. Вперед, змейка. Вперед, вперед. Молодец. Змейка, пропусти. Ты пропустила, вернулась. Да как, где я еще пропустила? Раз, всего-то раз, одну. Вот здесь вот, змейка. Давай. Прекрасная гибкость, очень хорошее прохождение. Да, немножко косячит, но прям хорошо получилось. Давайте, Багира, еще разочек на поводочке. Да, или змейка, видите, какую-нибудь команду, чтобы ей было понятно, что она идет нелогично, не прямо, с изгибами. Она поймет, она прям хочет с вами взаимодействовать, уже совершенно другое дело. Говорит, палка вот эта зачем-то тут лежит, что это, непонятно. Обход слева. Рейв закончила, отлично. Багги, услышала, нашла вас. Хорошо, Эмми. Да, замечательно. Так, по одному попробуем объяснить. С Рейва начнем. Обход всей композиции к вам. Всей. Всей. Прямо отстегните, потому что поводок поводком не получится. Обход всей композиции. Давайте попробуем. Очень сложно, потому что до этого был слалом. Обойди. 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 Да. Очень хорошо. Эмми, пожалуйста, отстегнуть. Вы с любой стороны можете. У вас посерединочке, да, препятствие. Обойди, обойди, давай, давай. Нет, нет. Все, давай, давай, давай. Все, обход. Дальше, дальше, дальше обходим. Дальше. Молодец, молодец. И на тумбу. Идеально, безупречно. Багги, пожалуйста, вы обход. Вам поближе, и поводочек, да, придется выше держать над палочками. Думающая собака не попадается в алгоритм предыдущей команды. И, слыша ваши указания, да, делает новую задачу со старым препятствием. Да, вот иди сюда, прям круто. Хорошо. Рейв, пожалуйста, обход с другой стороны. Да. Вот так. Обойди. Обойди, Рейв. Обойди. Обойди. Очень чудно, подсказали собаки, услышала, сделала, очень хорошо. Эмми, направление меняем, пожалуйста, обход. Эмми, обойди слева все. Нет, 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 все обойди, все обойди. Да нет, вернулась. Эмми, возвращайся, возвращайся, давай, 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 молодец. И все обходи, давай. Дальше, 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 еще дальше, еще дальше, молодец. Да, схватила момент, хорошо, Багги, пожалуйста. Багги, ай, все обойди. Обошла, 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 да. Тише. Иди вперед, вперед, нет, нет, вперед, вперед, да. Да, второй обход был отличный. Держите. Хорошо, так, два шажочка вперед, отойдите от своих собачек. Да. Два шажочка где-нибудь, хорошо. Да, дырочкой в собаку, конечно, направление. Прыжок туда, прыжок обратно, на тумбу, возвращаем собаку. Прошу, делаем. Прыжок туда. Вот внимательно, внимательно. Да. Хорошо.
Эмми Багги пригласила поиграть. Представляете, вы не видели там со спины? Она не сердилась, она пригласила к игре. Сделала посадочку такую на передние лапы. Хорошо, Рейф. А Рейф вот по-военному отработал себе задачу. Так, с колечками еще раз, пожалуйста, два шага вперед. Сделайте. Ну, отстегивайте. Остегивайте. Значит, обращаю ваше внимание, почему это упражнение сложное, требующее большой концентрации внимания. Собака рядом с вами прыгает, и это похоже на атаку. Поэтому будьте осторожны, хорошо? Так, итак, колечко туда, колечко обратно, на тумбу сели. Прошу. Вперед, вперед, кольцо. 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 Молодец. Обратно. Обратно. Рейф, обратно. Молодец. На тумбу. На тумбу. Нет, на тумбу. На тумбу. Супер. Рейф, на тумбу. Так, Эми, хорошо, Рейф, молодец. Да. Умничка. Поводочек с багги покороче, требовательность повыше, пожалуйста. Так, то же самое, пока колечко держим сбоку, немножечко усложняем задачу. Прыжок через колечко, обход вас, вам придется немножко подвинуться, чтобы собака прошла. Итак, прыжок через колечко, обход вас, возврат на тумбу, хорошо? Кольцо вперед. Эми. Колечко, пожалуйста, да, обход молодец. Себя. Обойди меня на тумбу. На тумбу. Хорошо. На тумбу. На тумбу. На тумбу. На тумбу. Эми. На тумбу. На тумбу. На тумбу. На тумбу. Молодец. Так, багги, хорошо, прекратил играть. Эми. Рейф дошел очень хорошо. Можно похвалить, да, тех, кого вы считаете, нужно похвалить. Хорошо. А теперь смена задачи. Сначала обход вас, потом обратный прыжок через колечко. Прошу. Эми, обойди меня. Обошло. Меня обойди. Кольцо вперед. Кольцо. Эми. Эми. Багири, повыше колечко поднимите, пожалуйста. Она все-таки довольно хорошо должна прыгать, по мне так. Она прыгает, да, но не туда немножко. Колечко немножко выше, потребовательней. Она с вами играет, объясните, что у нас сейчас занятие. А поиграете после занятия. Вторую. Вторую рыжу. Хорошо, Рейф, Эми, все четко. Залезай. Да, хорошо. Хорошо, да, багги добралась. Значит, сейчас колечко ребром перед собой поставьте, вот сюда, прям перед собой, да. И собака перед собой, ребром перед собой, да. Итак, собака будет как бы мимо вас прыгать, да, направление, какое у вас получается, слева, да. Слева вы заходите в колечко каждый, выпрыгиваете, садитесь на тумбу, хорошо? Делаем. Заход слева, взяли прыжок, кольцо и на тумбу вернулись. Кольцо вперед, кольцо. И на тумбу вернулись. Прыг, на тумбу, прыг, да. На тумбу. Молодец. На тумбу прыгайте. На тумбу. На тумбу. Нет, на тумбу. Молодец. Так. Вверх залезай. Супер. Молодец. Хорошо, Багира, ждем. Да. Теперь заход с другой стороны. Смена направления. По-прежнему колечко ребром к собачке. Прыгаем через колечко. Возвращаемся. Делаем. Кольцо вниз. Кольцо вверх. Кольцо на тумбу. Прыжу. На тумбу. Нет. Нет. Прыжок. На тумбу, Рэй. Давай, прыг кольцо. Прыг кольцо. Давай, прыг. Прыг. Давай. Да. Да. Хорошо. Молодец. Похвалить. Сесть на тумбу. Да. Похвалить. Угу, спасибо. Хорошо, похвалить. Рэй, кольцо вперед. Обратно, Рэй. Обратно. Обратно. Обратно, кольцо вперед. Да, вот сейчас постарался, а не как попало. Хорошо, Эми, пожалуйста. Прыг кольцо. Прыг. Молодец. Обратно. Отличный обратно. Прыжок. Обратно. Да, хорошо. Супер. Багира, пожалуйста. Прыжок. Прыжок. Нет. Тумба. 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 Давай, вперед. Прыжок. Нет. Прыжок. Прыжок.
вперед. Ай, хорошо. Давай обратно. Давай еще. Ой, да, хорошо, похвалить. Долговато, конечно, но без поводка рейф работает. Прыжок туда, прыжок обратно. Постарайтесь не отходить от тумбы. Кольцо вперед. Обратно, в кольцо вперед. Кольцо вперед. Молодец. Идеально, безупречно. Очень хорошо. Эми, отстегнулись. Прошу вас, прыжок туда, прыжок обратно. Прыг кольцо. Молодец. Обратно прыг кольцо. Ай. Идеально, безупречно. Багира, пожалуйста, на поводочке бежим. Багира. Давай, прыжок. Прыжок. Давай, вперед. Вперед. Ай, хорошо. Давай обратно. Давай, обратно. Да, очень хорошо. Вот серединочку, вот встаньте вот сюда, пожалуйста. Да, замечательно, очень хорошо. Вернуть. Вернуть беглеца, Багира. Обход человека, пожалуйста. Обход человека, возврат к себе, Багира. Где тут люди-то? Надо же найти. Все, осторожно, перешагните. Ну или так. Хорошо, Эми, пожалуйста. Обход человека, Эми. Фу! Не надо ее нюхать. Обойди обход. Фу. Обойди, тебе сказали. Эми. Вот быстро. Быстро. Давай. Хорошо. Да, вот, да, если вы перешагнете, то будет комфортней. Рейф, пожалуйста, обход человека. Обойди Таню. Обойди Таню, как здорово-то. Обойди. С именем Таню. Прекрасно. Обойди, да, у вас Таню. Такая возможность есть? Красивый обход, да. Замечательно. Смена направления. Багира, пожалуйста. Обход человека в другую сторону. Пошла. Да. Давай дальше. Пошла. Пошла. Да, есть контакт. Хорошо, Эми, пожалуйста. Осторожно, да, да. Рейф, пожалуйста. Обойди Таню. Обойди Таню. Рейф, обойди Таню. Обойди Таню. Обойди Таню. Очень хорошо. Татьяна, я вас попрошу два колечка подержать. Да. Если собака будет тянуть, отдайте. Биться за наши мышцы не надо. Держите просто. Да, да, да. Очень часто в руках людей бывают провокационные вещи. Если будет отнимать, не бейтесь, просто отдайте. Наша задача ничего не брать, разумеется. Багира, пожалуйста, обход человека, любая сторона. Обошла. Нет. 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 Когда это будет в жизни, это будет конфликт, скандал, проблемы с законом. Потому что ясное дело, что сейчас у нас помощник любит собак и готов к сотрудничеству, но в жизни у вас будет совершенно не так. Эми, пожалуйста. Обойди справа человека. Давай, обход. Нельзя, мое. Обход. Обойди. Обойди справа. Давай, супер. Спасибо, перешагнули, и вам удобнее, собачки. Да. Рейф, пожалуйста, то же самое. Обойди, нельзя, Таню. Да. Обойди. Обойди Таню. Очень хорошо. Замечательно. Так. Еще раз говорю, если будут тянуть, отдайте. Держите палочку, пожалуйста. Все, вот так провокация побольше будет. Багира, пожалуйста, обход любая сторона. Багира. Обойди. Нет. Нет. Все. Пошла. Хорошо. Давай. Все. Пошла. Хорошо, получилось. Намного лучше, чем в прошлый раз, да, Багира. Очень хорошо. Эми, прошу. Эми, обойди слева человека. Слева? Нет. Я сказал слева, обход. Слева обойди. Давай, слева. Обойди. Обойди. Молодец. Слева. Слева обход. Быстрее. Обойди. Нет, нельзя. Есть обход. Обойди. Я поняла, это провокация. Надо уходить. Быстрее. Засада. Обойди. Я чувствую засаду всегда. Обойди. Давай. Обход. Ну ладно, обойди. Если уж тебе надо. Но я все поняла, если что, да? Рейф, пожалуйста. Очень хорошо. Получилось, да. Всегда следите за посторонними. В их руках может быть не только палка, колечко, мячик, собака, кошка, ну и колбаса, к сожалению. Да, хорошо, благодарю. Нет, ничего.
На тумбу. Рыся. На тумбу. Иди. Сиди. На тумбу. Какое-то, какое-то живое возбуждение, да, появилось у нас, мне кажется. Хорошо, еще раз, лапы на тумбу, пожалуйста, лапы на тумбу. А вы думали, за мячиком пойдем, да? Нет, лапы на тумбу, пожалуйста. Багира настроилась, очень хорошо, первая. Эми, смятение, чувство видно. Да, Рейф отлично есть, хорошо, хорошо. Так. Спускаемся вниз, обход мячика с любой стороны, возврат на тумбу. Обход мячика. Делаем. Спасибо, кто дождался общей команды. Спасибо, делаем. Обход. Эми, прям сложно. Тут с одной стороны футбол, с другой мяч крупнее, значит дороже явно. Вот это, да, ведь это же запрещали, а тут-то никто не запрещал. Повнимательнее с Эми. Сейчас, возможно, срабатывание чувства собственности. У Корса оно очень глубоко зашито, очень глубоко. Кстати, у Рейва тоже может быть такое. Говорит, слушай, тут мяч объективно. Жаль, что ты не видишь, но он есть. Давайте, боремся. Боремся за право управления с Багирой. Давайте пока Багира, да, ну, доработает. Рейв один пока, кроме... Нет, нет, Багира, сделайте, пожалуйста, как следует. Рейв, обход с другой стороны мяча. Эми, ждать. Обойди. Когда появляется мяч один... ну, или так. Или несколько. Вы должны всегда быть очень бдительны на прогулке, потому что это яблоко раздора, это конфликтные ситуации, драки вплоть до драк между однокашниками, то есть друзьями детства. Всегда мяч – это зона конфликта. Поэтому, если вы с мячиком, идите куда-нибудь поиграйте в свободное от собак место. Если мячик у другой собаки, то уходите с площадки. Ваши собаки создадут конфликт, это абсолютно точно. И вы в нем будете, так сказать, в центре. Еще разочек, обход слева мяча, всей группы три собаки. Обход слева. Эми, плохо, Эми. Рейф, отлично. Багира понимает, что-то начала, да, значит, что-то понимает, да. Эми, плохо, плохо, вам прям нельзя. Это первый шаг к да, атаке. Обход справа, пожалуйста. Возврат на тумбу. Обход справа. Спасибо, с Эми поменяли направление, подстроились под группу. Хорошо, что вы не в противоходе были. Хорошо. Ведь как это нельзя? Ты что, тут же такой мяч классный. Так, нельзя. Вот это уже было, да. Отойди от мяча, нам не его не запрещали, голубой брать можно. Рейв, поднесите мячик, пожалуйста, себе. Собакой. Возьми, Рейд, опор, да, нет, опор. Вот они, длинные усы, вам даже не видно, взял он мячик или опор. Нет. Опор, бери. Возьми. Рейву дома учиться держать, нести, по квартире носите предмет. Меняйте предмет, не апортировочный, а просто, ну, не опасный, разумеется. Да, чтобы он брал земли сам. Эми, пожалуйста. Не надо сейчас, не надо, Рейва. Да, спасибо. Подержите мяч в руке, собака на тумбе. Когда она смотрит на синий мяч, а вы говорите «можно», она неправильно вас понимает. Вы должны говорить «можно», когда она смотрит на свой мяч. А то получается, да, что вы ей даете разрешение на синий мяч, не на оранжевый. Синий объективно лучше. Вот прям сразу видно, у Багиры самое лучшее снаряжение. Возьми мяч.
нельзя, потом можно. Поначалу нельзя, потом можно. Да, условия могут поменяться. Багира, работаем. Вот, говорит, надо как делать. Эх, все двоечники, одна я отличница, молодец. Хорошо, Багир, да. У кого хуже с игнором, у того объективно лучше с подносом. И наоборот, да? Да и он какой-то дурацкий, еще снег налип, да, вообще ужасно. Давайте. Спасибо. По одному будем работать. Рейв, пожалуйста. Обход колечка и мячиков. Обойди. Обойди игрушки. Или как вы там считаете лучше сказать? Нет, Рейв, обойди. Говорит, да я только сообразил, что надо обойди. Брать. Обойди, нет, обойди. Эми, работаем. Эми. Обойди справа. Нет, нет, нет. Обойди. Давай, быстрее. Обойди. Быстрее, быстрее, быстрее. Багира, пожалуйста. Да. Обошла. Нет, нет, нет. Нельзя. Обошла. Нельзя. Куда? Нельзя. Обошла. 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 Нельзя. Обошла дальше. Вперед. Вперед. И нельзя. А? Нельзя. 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 Багира, вперед. Нет. Нельзя. Иди на ту. Два. Иди вперед. 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 Давай тумбу. Рейв, пожалуйста, обход. Меняйте направление на ваше усмотрение. Главное, меняйте. Прошу. Обход. Обойди. Обойди. Хорошо, Эми, пожалуйста. Хорошая выдержка, Рейв. Хорошо следит, внимательно, но никуда не стартует. Багира ушла ненадолго. Багира, пожалуйста, обход, любая сторона, просто меняйте направление. Пошла, нет, нет, пошла, вперед, 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 молодец, нельзя. Дальше, нет. Борется, борется в ней чувство собственности и ваша команда прям. Пошла. Так все весело в жизни вообще. И собака это классная сбоку, да. Да, хорошо, Рейв, принесите палочку. Можете палочку принести? Палку, бери палку, бери. Бери, бери палку. Палку бери. Бери палку. Отнесите, пожалуйста, палочку на в колечко, собаку на. Ну или так, да. Хорошо, ладно, бросайте. Положи. Дай, дай, молодец. Хорошо. Эми, пожалуйста, принесите палочку. Принеси палочку. Давай скорее. Скорее, скорее. Неси палочку. Неси палочку, скорее. Багиры всегда стартуют с Эми вместе. Традиционно уже. Хорошо, правильно выбрала. Правильно, молодец, хорошо. Тащи, давай скорее ее, хватай, тащи, грызи по дороге. Да, хорошо. Говорит, но тебе, конечно, тоже. А вдруг ты начнешь грызть? А нам на двоих такой маленькой не хватит. Говорит, просто не всем еще, да, захотелось. Говорит,
я исключительно для поддержания команды. Отнесите, пожалуйста, обратно. Собака на тумбе. Ну и да, да, точно, вы же теперь так решили. Урок вышел из-под контроля. Эми, забирайте, забирайте из круга, Эми, да. Багира, пожалуйста, палочку несите, палочку, не мячик, не гантельку, не колечко вот это огромное посередине. Мяч объективно лучше, слушай, наверное, дороже даже. Да, отстань ты своей палкой, да? Эх, учите дома, сейчас бывает гололед, ледяной дождь, и а дома у вас столько дел, выборка предмета из трех почетче, поднос взять с земли, положить, купите или отнимите у супруги корзину для белья, такую большую, пускай туда складывают палочка, колечко, мячик, забирают оттуда палочка, колечко, мячик, держать, ходить по комнатам с... Еле убежала, хорошо сугроб, да, а то бы убежала до конца. Носить по комнатам предмет в зубах. Все это требует концентрации, послушания. Все это очень полезно, очень нужно нам. Спасибо. Так. Обход игрушки с правой стороны, возврат на тумбу, прошу. Повнимательнее, про чувство собственности не забывайте. Рейв чисто. Багира справилась. Хорошо. Так, смещаемся. Рейв переходит на последнюю тумбу. Эми смещается, Багира смещается. Прошу, меняем игрушку, меняем территорию, меняем тумбу. Баги на вторую, да. Когда я вас прошу обойти предмет, но не говорю сторону, вы обходите в любую. Да, обход, пожалуйста, игрушки. Прошу. Рейв, хорошо. Постарайтесь патрулировать собаку поменьше, дистанцию немножечко побольше. Я вам дала небольшую дистанцию. Хорошо, переходим, пожалуйста, Эми, мимо собачек на третью, Баги на первую, Рейв на вторую. Да, да. Багира, пожалуйста, на тумбу. Готовимся к обходу игрушки. Пожалуйста, обход. Обойди справа. Обойди. Хорошо, переход Баги, пожалуйста, на третью тумбу, смещаем Рейва, смещаем Эми. Да, очень хорошо.